Когда этого плеймейкера ничто не беспокоит, остановить подопечную Джерри Слоуна невозможно. По крайней мере, именно эти слова после игры не в первый раз произнес Карлос Бузер, подтвердив их 36 очками. Уильямс же не только отдал 14 результативных передач, но и на 21 балл пополнил лицевой счет команды. Не затерялся вновь и Андрей Кириленко, отметившийся дабл-даблом. 11 очков плюс 10 подборов. В итоге же 103-93. Юта одерживает 10-ю победу в нынешнем сезоне. Никита Пальцев, Вести Спорт. Здравствуйте. Метео ТВ о погоде в студии Елена Ковригина с прогнозом Гидрометцентра России. В прибрежных районах Дальнего Востока, а также на Камчатке и островах скажется влияние мощного циклона. На остальной территории атмосферное давление будет расти. На юге снег пройдет только в Амурской области. Там по-прежнему минус 4,9. В Хабаровском крае с отступлением циклона небольшой снег пройдет лишь местами, но температура понизится до 13 градусов. Ясная, но морозная погода сохранится в Приморье. Здесь минус 2,7. На большей части Сибири скажется влияние антициклона, и лишь на Таймыре коррективы в погоду внесет циклон. Там пройдет снег, порывистый ветер поднимет метель. Днем около 20 мороза. В центре и на юге Красноярского края потеплеет до плюс 5, а осадки прекратятся. Сухая, но морозная погода ожидается в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае. Здесь минус 3,8. На Урале местами пройдет небольшой снег и преобладающая температура минус 2,7. В Челябинской и Курганской областях потеплеет до нуля. На европейской территории России сохранится пониженный фон атмосферного давления. Скажется влияние атлантического циклона, поэтому везде осадки. На севере это снег, а на юге пройдут дожди. Что касается температуры воздуха, то в северных районах в основном минус 1,6. В средней полосе по-прежнему около нуля, а на юге плюс 4,9. В Санкт-Петербурге временами снег, на дорогах гололедится. Ночью до 5 мороза, а днем около нуля. В Москве ночью и днем от нуля до плюс 2, и тоже осадки местами сильные и порывистый ветер. Пока это вся информация о погоде. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.